Привет всем. Приобрел я аппаратуру Radio Master Pocket. Хорошая аппаратура, честно скажу. Даже не ожидал. Особенно, когда стал летать в симуляторе по сравнению с моей старой FlySky. Ну, это просто небо и земля. Я думал, что я криворукий. И у меня ничего не получается. Оказалось, все дело в аппаратуре. Поэтому аппаратура хорошая. Не знаю, как будут летать мои дроны. Пока необходимо заменить приемники. Немножко я просчитался. Думал, что в этой версии и модуль CZ2500 и LRS, но оказалось только LRS. Так вот, какой тут недостаток, может быть, просто недоработка, будем так считать, так будем говорить, что вроде как русский язык один из самых популярных в мире. Не знаю, как много говорит в мире на китайском. Вот. На английском, конечно, много общаются. Но на русском тоже не меньше. Но вот русского языка здесь, к сожалению, нет. В меню он есть. А когда выставляешь русский, то молчание гробовое. Ну вот я решил поставить русскую озвучку. Кто-то мне не нуждается, но мне просто приятно, когда что-то тут еще и говорит, да, причем на русском. Приветствует тебя. И я решил установить Алису. Приветствую тебя, пилот, и добро пожаловать в небо. О, такая Алиса приветствует сразу. Как я это сделал, я вам сейчас расскажу. Для этого необходимо... Благодарю за полеты. Увидимся. Видите, какая вежливая. Для этого необходимо извлечь симку, которая есть в комплекте. Ставить ее в переходник. И затем в компьютер. Ну а перед этим необходимо скачать файл Алиса Боксер, распаковать его. Флеш-накопитель вставить через переходник в компьютер, открыть его, открыть папку Sound и заменить, ну, если он вообще-то есть, перетащить, точнее, папочку ru на флешку. Ну, пока он, я не буду ждать, пока он вот так. И затем операция в обратном порядке. Вынимаете флеш-накопитель и вставляете аппаратуру. Вот и все.